4К огонечка, все в шоке. С родным здоровьем. Спасибо взаимно и вам. Здоровья, ребята, вашим близким, вашим друзьям. У всех все было хорошо. Здоровье в наше время – это самое главное, что нужно нам, чтобы достигать наших целей, да? Не будет здоровья, не будет ничего. Музыка не громко? Ой, музыка. Мат у нас есть. Приветствую. Семен, не приходилось. Ну, а как? Не, ну я, конечно, не культурная вообще. Я могу сматериться, но я стараюсь этим не это, скажите. Ну, не сильно, чтоб это было дело. В основном я матерюсь, когда там ругаюсь. А так я стараюсь культурно разговаривать. Ну, иногда не получается культуру соблюдать. Есть такие люди, которые тут заходят порой. Ну, всякое, конечно, бывает. Мы же живые люди, у нас эмоции, все как бы есть. И нету суперкультурных людей. Матерюсь, когда ругаюсь. Не, ну, я имею в виду, люди такие заходят негативные, приходится с ними немножко ругаться. Семён, иди отсюда лесом, а я пока я тебя не выключу. Как водичь, спрашиваешь. Они только понимают, только когда матом формулируют. Есть просто люди, вот ты, я реально сидела в другом тоже приложении, как бы этом, на платформе, и там люди просто заходят ни с чего, просто пишут какие-то гадости там. Ну, если я кому-то не нравлюсь, ну, пройдите мимо, ради бога, да, зачем заходить вот этот негатив нести, я не понимаю. Антон, ты через сколько планируешь спать ложиться? А вот что это вот этой отправила эксклюзивный подарок? Что это такое, скажите, пожалуйста. Сон? Слипи будет, Антон. Время так быстро летит. Сейчас уже чуть-чуть, и папа выйдет. Не сильно громко поет. Всем привет, ребят. Офигеть, 855 у меня бобов. Я в шоке. Мой шок в шоке. Так. Тебя не пускают внутрь? Почему пускают? Я просто не хочу там сидеть. Я хочу здесь посидеть. Блин, на тебя все пялятся, а тут можно сидеть спокойно, разговаривать с людьми. А там на меня будут в больнице смотреть, как на это. На инопланетянина какого-то. Нет, я не замерзну, не так холодно. И когда прохладно, я же прогреваю машину. Тепло и хорошо сразу. Вас.
хочу выходить спать вообще, ребят. Да, у меня удаленка работа. Удаленно дома работа. Человек где-то даже немножко такая, как сказать, порой не женственная даже, как пацанка себя порой веду, грустные глаза где. Но я не люблю там что-то врать, я такой человек, как бы не люблю понтоваться. Ой, а что я сделала? Подождите, ребята. А, не закрыла как-то. Вот честно, когда ко мне хорошо, и я к людям хорошо. Если ко мне человек плохо, то у нас не получается общение, и человек идет дальше, либо в блок. Новокузнецка, ты откуда? 9 уведомлений. Мы друзья, мы друзья. Да, погода, блин. Роман, спасибо огромное за подписку. Спасибо, ребят, большое. Где бабье лето? Обещали, а его нет. Спасибо! Какая красота! Спасибо огромное! Спасибо большое! Тут такие подарки, да, красивые вообще? 702 попал! Спасибо! Почему-то у Антона... А, 860! Я все, у меня все спуталось, короче, Таня. Простите меня, я тут новичок, я еще тут разбираюсь. Антон, thank you very much. Thank you, sport. Привет, доброе утро. Через сколько Антон планируешь ложиться спать? Что-то с голосом у меня не то. Какой-то хрипатый. 10 минут. Бинго, спасибо за подписку. Всем привет, ребят. Благодарю. Спасибочки, спасибочки. Таран-таран-таран-таран. Может быть, майбер, может быть. Но я еще, конечно, не могу неправильно произношение говорить. Мой английский — это просто zero, zero. Красивые, красные, зеленые, желтые.
Таратан, таратан, таратан. Спасибочки большое, благодарю, спасибо.